Аэрофлот планирует выполнять регулярные рейсы в Салехард. В конце минувшего года представители авиакомпании произвели аудиторскую проверку и удостоверили соответствие аэропорта окружной столицы требованиям системы качества перевозчика. Уже согласован маршрут Москва-Салехард-Москва, аэропорт Шереметьево. Рейс будет выполняться ежедневно. Время вылета из Салехарда 17 часов 40 минут. Сегодня из столицы Ямала в столицу России летают два перевозчика – авиакомпании «Ямал» и «Сибирь». Это наиболее удобный маршрут для дальнейшего трансфера как по России, так и за рубеж. Вообще же количество компаний, работающих на территории Ямала, растет, география полетов расширяется. Особенно заметен прогресс на примере Салехарда. За последние 4 года в аэропорт окружной столицы зашли 4 перевозчика – «Ир Аэро», «С-7», «ЮВТ Аэро» и авиакомпания «Турухан». Количество направлений увеличилось в 1,5 раза. Из Салехарда выполняются рейсы в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Таркасале и Санкт-Петербург. С 16 января появятся 2 новых рейса на Пермь с транзитом через Казань и Ханты-Мансийск. Об этом заявили представители авиакомпании ЮВТ Аэро. В летнее время ямальцы смогут летать в Омск, Уфу и Симферополь, сообщает пресс-служба губернатора округа.